Расскажи хоть. Первые Настины соревнования, да? Я буду сегодня за нее болеть, сегодня я халтурик. Ну, можно фактором назвать то, что я лох, зассал. Я это пошла разминаться там, пробовала, там показания, тогда свободно было. Да? Девка-то. Волнуется, переживает. Ты сможешь? Мы за тебя все болеем. Представь, сколько людей за тебя сейчас болеют. 21 борки, девочка моя. 21, потом 15 борки, потом 9. Но еще и становая тяга. Становая тяга. Главное, спину не осторожно. Не торопись, тебе некуда торопиться. Проиграешь, проиграешь, мы все равно за тебя будем болеть. Мы с тобой только начали заниматься. Все хорошо, Настя. Давай. Поцелуй всех. Так, первые девочки уже выступают. Настюха смотрит на своих соперников и понимает, что не все так уж хорошо. Да-да-да. Ну что, ребята, болеем за Настю. Не торопись, спокойно, они все умрут, а ты там пойдешь дальше, дальше. Давай! Ножками побольше работай. Молодец. Спокойно. Ножку под себя не надо, а с одной ноги под себя. Не торопись, не торопись, зачем? С одной ноги под себя подшагивай. С одной. Нормально, нормально. Давай. Халява! Халява! Настюха! Спокойно, спокойно, не торопись. Все нормально. Все нормально, Настюш. Самая крутая. Давай, 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 чуть-чуть. Еще три разика. Оп. Три раза. С ногами, с ногами. Давай, давай. С ногами, Настюш. Не прогибай спину, все нормально. Все, один раз. Все, давай, пошли. Пошли, Борги. Давай, давай, давай. Все, живем, живем. Все нормально. Тяжело. Устала.
Настя волнуется то, что она не показала для вас уровень. Не доделала целый круг, но она занимается только 2 месяца, и даже с таким весом не каждый из вас делает 40 килограмм становую тягу. Хорошо, правильно. В наших глазах ты победила, да, ребят? Напишите в комментарии, какая она молодец. Так, ребята, сейчас будет небольшой сюрпризик. Настя коза. Ну, вы поняли. Сейчас кое-что будет. Да, Настю? Сейчас с братом встретишься. Но ты с собой. Нет, мои собратья — это сурки, но их там вроде бы нету. Вот он. Зоопарк. Небольшой, специальный. Давайте, ребят, мы пошли. Это девочка и мальчик. Темненький мальчик, а светлая девочка. Помыл ручки? Помыл ручки. Все, пошли. Все, пошли. Ну, не бойся. Я вообще боюсь. Ты что, лучше повесил? Такие не игры. И по ночам бежишь. Да? На свободе. Спрятались. Смотри, камеру нашел, а? Братан. Интересно. Ты так беленький. Ой, так хороший. Он еще не боится, да? Ты кто такой? Я не знаю, кто такой. Ой, там еще. Привет. Ничего себе, он рот открыл. Видел, как он рот открыл? Рот открыл? Да, он так зевнул, так и зубы. Мы дошли до самого главного, ребята. Настя вся заулыбалась. Мы нашли собрата Анастасии. Она не будет меня бодать? Она будет тебя бодать сразу же. Забодаетесь. Коза, как я. О, что-то это... Хоп-хоп, смотри. Хорошо. Хорошо. Вы не бойтесь, она ничего не сделает. Это был кадр, знаешь, какой? Козочки мои. Ой, смотри, там еще сверху. Нифига себе. Гоша, а ты что тут сам по себе ходишь? Он главный, да? Смотри. А он здесь у нас в шиншилке. Смотри, он как усиками дергает, смешно, Настя. Ребята, назовите, пожалуйста, эту картину как-нибудь, потому что, мне кажется, этой картине можно придумать интересное название. Когда один работает во имя всех. Мы нашли змею, ребят. Ты ему в пасть руку засунь. Ага. Он же... Пасть еще маленькая. Маленькая. Оп-оп. Не хотят выходить. Да нет, это невозможно. Если только вот сделать вот так. Опа. Опа-на. Вот они, мордашки маленькие. Вот они такие маленькие, смотри на себя. Хорошенькие. Вот так вот вообще тебе идет, Настя. Вот так хорошо. Вот так и дома я бы тебя держал, Настя. Нужно узнать, сколько стоят варьеры эти, слышишь? Потому что это самый-самый хороший уровень. Чтобы Настюха не выпендривалась, сидела. Не бойся. Че слышишь-то? Иди. Боишься. Че? Такой малюська. Люсечка. Мягонький. Ам-ням. Ава, атака! Атакует меня. Блин, меня атакует, знаешь. Он нашел меня, я боюсь. Нет. Нет, нет, не надо. О, все, я отвлек его. А нет, он ушел меня, Настя, опять. Нет. Ты
Таких дома держать невозможно, да? Держат. Держат? Да, их очень часто заводят. И на улице на поводке выгуливают. Это и 5 месяцев. А моей 21 тоже на поводке все еще выгуливают. О, нифига, он такой, Да? Видела, а? Нет. А? Серьезно? На видео видишь, она? Нет, сколько. Это прям играется. Давайте. Хорошенькие, да? А потом, когда приносят его... Это любовь. А, я к ним тоже присоединяюсь. Они спят вместе. Да. Да. В обнимочку? Да. Пони вот так вот на него может лапать, положить как человек. А что они ругаются как-то, как будто бы сейчас? Они играют, мне кажется, так. А вот сейчас, мне кажется, не играют. Нет, нет, им рано. Рано? Игрулечки такие. Ой, ой, под... ой, на меня! Меня кто-то там атакует сзади. Настя, меня атакует. Он там волосы мои ест или что? Я их еще гелем намазал. Это он тебе еще почесаться успел. Идет. Опа! Все прямо, а? Это маленькая. Нас провожает паучок. Да, ребят, если интересно, нас пригласили в Хакуна Матата. Это контактный зоопарк. Вот он, с другого вида. Где он находится? Он находится в Айсберг Модерн. Айсберг Модерн. Да. На третьем этаже. Вот так вот. Ну, это в основном развлечение для детей, но если вы такие же, как моя Анастасия, Васечки. До скорых встреч тогда, ребят. Настя, скажи, попрощайся. До скорых встреч тогда, ребят. Мы вас всех любим. Счастья вам, здоровья. Выключай. Выключай.